Канал контрабандных поставок наркотиков из Китая пресекли сотрудники ФСКН. Оперативниками было установлено, что ряд граждан сбывают в Астраханской области синтетические наркотики. Стало известно и о том, что наркотики доставляются на территории России почтой в посылках на адрес вымышленного общества с ограниченной ответственностью. Очередная партия контрабандных наркотиков была изъята. В посылке было обнаружено и изъято около 5 килограммов метанона. В настоящее время, по данному факту, Следственной службы и регионального управления ФСКН возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала контрабандных поставок синтетических наркотиков из Китая, сообщает пресс-служба регионального управления ФСКН по Астраханскому.